Анапские спасатели провели тренировку по гражданской обороне. По легенде, командно-штабных учений на очистных сооружениях Анапа-Водоканал в районе хутора Уташ произошла разгерметизация контейнера с хлором. На первом этапе к ликвидации аварии приступили специалисты водоканала. Затем на место прибыли спасательные подразделения всех уровней – пожарная охрана, скорая помощь и другие. Пожарные организовали рядом с объектом водяные завесы, чтобы предотвратить распространение ядовитого газа. Экипированные в костюмы химзащиты специалисты эвакуировали из здания пострадавшего, которому врачи оказали первую медицинскую помощь. По итогам учений все участники тренировки получили оценку «хорошо».